Ролик длинный, ребят. Когда Вникаем. я чувствую запах асфальта, я думаю о Марине. Это мои последние ощущения, после чего я потерял сознание. Тяжелый запах асфальта. Первым, что я увидел, когда очнулся, было ее лицо. Она сказала, что починит мою тачку. Мне следовало бы знать, что все не так просто. Да, когда я думаю о Марин, я думаю о двух вещах. О дороге и неприятностях. Рипбургер, да и хуже грязи. Мистер Корли, только выслушайте мой план, мое мнение. Знаю я твой план. Ты только и ждешь моей смерти, чтобы загробастать мою компанию. Это ужасно, сэр. Я вовсе не желаю вашей смерти. Я никогда не испытывал тебе симпатии. Но у тебя есть деловая жилка, которую я ценю. Ну что вы, спасибо, сэр. Но это твоя последняя идея. Трип, явиться на собрание акционеров с бандой рокеров? Кого ты лечишь, а? Акционеров, сэр. Хорошо, когда видно, что ты водишь дружбу с реальными покупателями Корли Моторс. А что ты знаешь о наших покупателях, Адриан? Ты же никогда не сидел на тачке. Знаешь, я прямо сейчас был бы на ней, если бы не дестабилизирующее состояние внутри. А твои уши в порядке? Меня пугает то, что между ними. Эпичность зашкаливает. Человек пишет. Опа, продолжение. Эй, Бен. Знаешь, Бен, мы влетели. Да? Если в скором времени у нас не появятся деньги, то у нас будут проблемы. Расслабься. Я чувствую, что-то должно произойти. Что-то важное. Да. Это место только для рокеров. Держался бы ты подальше отсюда, Рип. Отлично. Что за тип зацепил мою машину? Что могло задержать его там? Наверное, старина Корли вляпался в неприятность. А может, они просто наехали на старика и роют ямку 2 на 4? Интересная идея, но маловероятно. Похоже, старина достает их своими байками о славных днях. Ну, Малькольм, это же незаконно. Но не тогда. Ну и с кем ты гоняешь в эти дни? Он гоняет со мной. Я уверен, что он с большей охотой гонял бы с твоей маленькой компанией. Я же сказал тебе подождать в лимузине, Рипбургер. Мне показалось, что вам нужна какая-нибудь помощь в вашей торговле, сэр. Торговля? Да, мы приехали сегодня сюда, чтобы предложить вам и вашим людям работу. Мистеру Корли требуется сопровождение для поездки на собрание акционеров Корли Моторс. Мы что, выглядим как служба по обеспечению эскортов? Вы получите хорошую компенсацию за трату времени. Это неинтересно. Ясно, что вы могли бы использовать деньги... Послушай, я сказал, мы не нанимаемся. Орки не наемные головорезы. Даже если это было бы предсмертное желание Малькольма Корли... Рипбургер! Ничего себе! Я бы... Побудь здесь, Малькольм. Я бы хотел выйти на свежий воздух с мистером Рипбургером поболтать. Отличная идея.
Гасит топают. Что ему осталось жить всего несколько месяцев. Это плохая новость для всех нас. Он не просто классный мужик. Он еще и последний производитель мотоциклов в стране. Что случится с Корли Моторс, если он умрет? Не беспокойся, у меня есть план. Если ты поедешь с нами на собрание акционеров, то ты узнаешь, что я имею в виду. Никакой игры, Рибургер. Хорьки не наемные. Хочешь нанять гору мышц, ты должен найти ротвейлера. Старик сказал, или хорьков, или никого. Тогда мне сдается, я буду никем. Хм, это твои последние слова? Они сам. Я хотел бы сделать последнее предложение. Болюс, возьми это пальто и иди к его мотоциклу. Мы должны будем...